Так, приветствую, ребята. Очередная борьба с помехами на FM, на УКВ. Вот у меня здесь есть в одной из комнат такой Т2 тюнер No Name. Ну и получается при подаче питания. Сейчас покажу, я включу и увидите, как у меня на FM появляется шум. Сейчас, секунду буквально. Вот я буду питание подавать. И покажу, как это все ужасно звучит. Так, сейчас я включу питание. Увидите, какая разница будет. Антенна стоит, ну, как бы, на улице, 3 квадрата. Правда, 4 метра от земли. Вот. И увидите, какая вообще обстановка. Так, я включаю. Вот такой вот шум появляется. Так, ну я задался вопросом, что является источником помехи, откуда она просачивается. Отключал питание, которое на телек идут и прочее. Ну и понял, нашел причину. Ну, корпус здесь пластмассовый. Кстати, Жека, привет. Пластмассовый корпус, к сожалению. В общем, идет у нас помеха, идет помеха. Через антенный выход. То есть антенна является излучателем этой помехи. Когда отключаем антенну, упс, сейчас, секунду, помеха не такая огромная, как была. В общем, сейчас будем разбираться. Так, вот что себе представляет сам тюнер Т2 этот. В металле сам блочок. В общем, думаю, буду кольца ставить на выходе, чтобы гасить выход, потому что, ну, сами понимаете, не особо мне нравится, как он тут шумит. Посмотрим, может, еще корпус в металл засуну. Посмотрим. Ну, качество, конечно, такое. Так, смотрите, ребятки, ну, во-первых, первое вызывает умиление в кавычках. Вот видите, как шатается. Ну, в общем, не сильно видно, но шатается. Здесь нет контакта нормального по оплетке, по массе. Будем подпаивать. И, скорее всего, видимо, я разрыв здесь сделаю, вот здесь. И колечко намотаю. Может быть, таким образом меньше будет срать помеху в эфир. Ну, попробуем сейчас. Так, вот процессор тут подвисал немножко сам тюнер, потому что стоял такой прекрасный радиатор. Я поставлю такой. Такой радиатор будет стоять. Так, здесь я запаял оловом. Уже не оторвать. Так, значит, вот я взял кольцо. Кольцо ферритовое намотал витки. По идее, это должно немножко погасить эту всю срань. По идее, посмотрим сейчас, как она будет. Так, ребятки, в общем, прилег я тут. Результат какой? По этому Т2. Не очень хороший. Пришлось убрать кольцо ферритовое, потому как оно только хуже. Оно давило сигнал по ВЧ. И с ним вообще не принимали сигналы. Ну, в общем, я так и предполагал. Дальше что у нас? Дальше я поставил кольца ферритовые по питанию. На блок питания. Также поставил ферриты на эти видеовыход звук. На него кольцо тоже мотанул. Шум меньше стал, безусловно. Меньше. То есть помеха отчасти загасилась. И уже... Может быть, то ли за счет того, что я массу припаял нормально на разъеме, уже при включении кабеля не было такой дикой помехи.
Вот. Это, в принципе, положительный эффект. Но помеха как была довольно немаленького уровня, так она, в принципе, осталась. Вот. Ну, из чего следует очень логичный такой вывод, железная логика, да. Надо покупать просто Т2 подороже в металлических корпусах. Вот. Там хотя бы, по крайней мере, я так понимаю, на входе должны были стоять какие-то фильтры, вот, какие-то индуктивности, чего, как видите в видео, там не было и в помине. Вот, так что вот такая вот информация по этому Т2. Все, ребята, кому интересно было, ставьте лайки, дизлайки, комментите. И всего доброго, всем три, до свидания.